Объявленный нами 2 неделями ранее конкурс на самую юморную тренировку в домашней обстановке продолжает радовать активностью. И что интересно, на первый план выходят представители игровых видов спорта, которые не только с удовольствием снимаются в видеоподборке, но и монтируют сюжеты, причем налагая на них еще и самую популярную на сегодня музыку. Народный хит Уна питерской группы Little Big прекрасно подошел для тренировочного процесса на удаленке для подопечных отделения настольного тенниса столичной школы Олимпийского резерва. Причем в процесс включились не только младшие воспитанники спортшколы, но и лидеры национальной команды. От своих подопечных не отстали наставники и даже президент профильной республиканской федерации. Отсутствие возможности выйти на зеленый газон футбольного поля не повод прекращать тренировки для воспитанников клуба «Легион». И хотя юным мастерам кожаного мяча только чуть за 7 лет, они уже умеют правильно давать пас своему коллеге даже в виртуальном пространстве. И, конечно же, какой видеообзор без представителей плавания? Мастер спорта страны Елена Давыдова уже была героиней нашего выпуска, и вот очередной шедевр. В пасхальные праздники член юношеской сборной страны по плаванию провела тренировку с новым снарядом, и, как уверяет плавчиха, за 20 минут занятий ни одно яйцо не было разбито. По-спортивному проводит декретный отпуск чемпионка Европы среди юниоров по армрестлингу Олеся Михайлова. У воспитанницы столичной спортшколы «Энергия» 2 дочери. Старшей Элине 3 года, младшей Элизе всего-то 8 месяцев. Но, судя по всему, к спорту они приучены с пеленок. Вам понравилось? Отлично! У вас тоже есть возможность показать свой вариант. Видео тренировочного процесса на удаленке можете прислать на электронный адрес sport@tvr.chtts.ru.